Ну что, похоже, настало время рассказать вам историю. В далеком городе, в городе Бомжаркино, жили-были Картошкины, семья Картошкины. Была у них жизнь примерно такая. Жили они, не тужили, да все наморожили. Ладно, я лучше показать их, чем рассказать. Да, вот это хорошая погодка. Надо к себе домой. Ненавижу этих людей. Я их ненавижу, но ненавижу. Ой. Так, ладно, сколько время? Время, чтобы поужинать. Я думаю, восхлёб какой-то. Зачем столько этажей делать? Зачем я только вообще на 12-й поселился? Здравствуйте, владелец дома. Я его только вчера выкупил. В смысле? Это же моя квартира. Я ничего не знаю, я его только вчера выкупил. А морозильник вообще все? Это моя квартира, 116-я. Ваша аналогия пошла в... Ну иди. Саша, ключи. А фиг вам. Стой! Это все. Ну здесь он точно меня не найдет. Исчез. А ну пойду искать. Ох, тебя попал. Надо валить отсюда. Что за... Где... А, иди сюда! Ладно, давай, все, пока. Пока.
Куда ты? Стой! Подожди меня! Так это, Олег, что там у тебя случилось-то? Ты от кого убегал на самокате? Да, от соседа своего. Самокат свой оставил. Ой. Угу, понятно. Евгений, ну что тебе понятно? Я владельцу ключи не вернул, самокат у соседа угнал. Наташа с Костей, с Кириллом в Выборге сейчас. Мне надо как-то за неделю все управиться, а то, знаешь, Наташа, она у меня строгая. И все, мне конец. Так, и что ж тебе делать? Ну, во-первых, тебе жилье нужно. Ну, конечно, мне жилье. Мне надо свою квартиру вернуть как-то. А то, знаешь, владельцы, они же тоже не могут быть ботанами. Кстати, я помню, у вас там одна проблемка была. Этот робот, как там его? Робот Костя. А, да, точно, робот Костя или Костя робот. А что вы с ним сделали-то? Да пока что ничего. Костя сказал неделю назад, чтобы он его выбросил. Нет, ну Наташа, как всегда. Костечка, давай-ка Выборг. То есть, подожди, то есть этот робот, он сейчас у вас в квартире? Конечно, в квартире, где же еще? А ты не думаешь, что его этот робот, он, типа, вам всю квартиру разгранит? Евгений, только ты не начинай. Мы его победили? Победили. То есть Костя победил? Победил. Все, он не работает. Его только на металлолом сдать и все. Денежки-то на металлоломе, о, какие дают. Кстати, я что-то такое помню. Я на мусорке еще одного робота видел. Что? Да, я на мусорке видел робота. Он такой же, как и мой сын. Евгений, только не говори, что это иллюзия. Меня это иллюзия. Понимаешь, мне эти приключения уже вот где у меня эти приключения. Все время куда-то попадаем. То в тюрьму, то в Чернобыль. То я пробовал какой-то эликсир, то какой-то еще робот привязался, который Костя его купил за 10 тысяч, который стоит, кстати, моя ласточка. Ну да. Что? Костя стоит... Погоди, робот Костя стоит 10 тысяч, как моя ласточка? И тем более я ласточку не видел месяц. Ах, он по... Дело раскрыли, понятно. Ну что теперь делать с жильем тебе? Не знаю. Олег, а тебе не кажется, что мне просто вот эта вот вся история с этими роботами... Ладно, я сейчас ближе к делу. Мне кажется, что этот хозяин, он роботам подчиняется. То есть он бы просто так тебя не выкинул с твоего дома. Что? Ой, погоди. Сейчас. Блин, Наташа звонит. Алло? Алло, привет, Олег. Как дела? Убираешься дома? Да, все нормально, да. Убираюсь, конечно. Глаза прям убрать невозможно от квартиры моей чистой. Ну смотри, Олег, через неделю мы приезжаем. Если ты что-то выкинешь, я самого тебя выкину. Хорошо, я все сделаю. Да, пока, все, пока. Евгений, нам надо срочно как-то за неделю справиться. А то меня выкинут на эту улицу и стану как бомж Василий, бомж Витя. И я навсегда останусь жить в мусорке, мусорке. Что это было? Знаешь, это, пойдем ко мне в подъезд, что ли? А то холодно что-то. Ну, пойдем. Ой, не спите.